Субботники прошли сегодня по всей стране. Один из самых массовых на территории мемориала «Тростенец». Листья и сухие ветки здесь убирали более 200 человек, управились за 3 часа, территорию разбили на участки и за каждым закрепили отдельную группу. Самое тяжелое – погрузку и вывоз мусора взяли на себя работники «Зеленстроя». Они же предоставили спецтехнику и инвентарь. Сам памятник смотрим, чтобы он был в порядке, потому что 12 апреля каждый год возле этого памятника проводится митинг, который проводится как раз в день, Международный день молодых узников фашизма. Таким образом мы проводим и воспитательную работу с молодежью, и не даем забывать о том, что все-таки память о тех людях, которые погибли, она должна храниться и в наших сердцах, и у молодого поколения. Благоустройством памятников мест боевой и воинской славы сегодня занимаются и пионеры. Школьники внесли свой вклад в общий республиканский субботник.